вот я пришел, снимаю, может быть, не нравится. Это Игорь с сыном Терентием. Что-то там поднимает. Издалека я снимаю. Показать, как трудится. У него там сушилка. Сушилка. Да. Прямо уперся. Господи, помоги. Не приведи Бог, упадет. Ой, нога у него стоит где? Господи помилуй, благослови. А рядом храм, рядом школа. А тут у него подъезд из блоков. Сушилку. Вот я в нее зашел, без прося. Ой-ой-ой. Это она больше 2 метров. Много. Три, вот какая. Горох убирается сейчас. Ой-ой-ой. Господи, помилуй, благослови. Добрый день. Добрый. Ты аккуратно ноги, я гляжу, поднимаешь, у меня аж сердце зашлось. Упадет на ногу, сразу отрубит на доске. Никогда не ставь. Всегда рассчитывай на то, что случится обрыв, чтобы она упала мимо. Вот я нога прям под ней стояла. На эту, на доску она сразу ногу отрубит. Господи, помилуй. А какой диаметр здесь вот этой? Ой,
Я не могу сказать сейчас. Ну, видно, что больше 2 метров-то. Ну, два, да, где-то. 2 метра, да. Как все дорого, как все непросто по погоде. А у вас там комбайн вроде ходит? Нет. Нет? Нет. Все-то я издалека смотрел, на вышку залез. Такие простые люди, еще не спросишь, все отвечают, никакой тайны не делают. Почему? Потому что все честно, безобманно. Сегодня в это не верят, что могут безобманно люди жить. Где? Вот отсюда вот, чтобы перпендикулярно было. Вот к этой доске и вот так вот. А там Ангелина пришла. Вот Виктор-то не уехал бы. 2 Ангелины было. О, это Евтихий пошел. Назарий вышел из школы. О, Потеряевская школа. Детей встречают. Добрый день. О. Это Степа, а это вот на велосипед садится, Варлам, 1 класс видно. Это Ангелина, вчера у нее день рождения был, это ее 3 сына. Вот приживаются помаленьку. Это меньше, уже на тележке, по-другому никак. Это Игорева техника там. Машина, самосвал, хорошая была. И там комбайн один, там возле дома 2-й комбайн. Все старенькое. Как они там будут ставить, это даже необходимо. Я стою рядом, у меня сердце зашлось осмотреть. Бог помощи тебе, брат. Переживаем за тебя. Погода дай им, Господи, хорошая. Какие люди, я говорю. Вот все абсолютно безобманно. Терентьев вот закончил Алтайский государственный технический университет. Сейчас с отцом работает. А Маша медицинский университет закончила, вышла замуж в Томске теперь. Муж это сотрудник какого-то научного института, что ли. Все как-то в жизни устраиваются. Вот на сушилку посмотреть как. Хотел Терентьев, он говорит, отец придет, но вот я дождался. Вот машина стоит, и там дорог не будет. Невыгодно, много электричества нет. Давай. Ну что? Расскажи, как все работает. Какой объем ее? Ширина вот эта какой? Не знаю, я не знаю ширину. 2 тонны влазит за один раз. Здесь 2 тонны. Ну а когда пшеницу сушишь, сколько надо на 2 тонны время? Час. Час. А во что тогда обойдется? В зависимости от влажности пшеницы. Мы еще толком не пробовали ее. На разных режимах там влажная сильно, нет. Только так она на бензине работает? А? На бензине? На солярке. Это же стоимость пшеницы тогда будет. Да, конечно. Еще на рубль увеличивается. Если она по 5 рублей сейчас, они хотят приехать, я не знаю, только что. А погода загружает. Вот здесь тупое зерно отгружает. Машину медленно. Thank you.
если лучше будет. Сколько она, эта машина стоит? 700. 700 тысяч. А вы тебе построили эту, сколько ваша обошлась? Этого не знаю. Ну все равно же это не даром. Не даром же это? Нет, конечно. Вот эту машину покупали, батюшка у меня попросил взаймы. Я там $700 дал. Так все это там осталось. Значит, если вы вырастите так, ты насыпаешь за час, сколько он просушивает пшеницы? 2 тонны должна. По идее, 2 тонны. Там в зависимости от культуры, говорили, если семечку, там 1 тонна. Так, а если пшеница, 2. А у долговок какая? У него на. Две вот таких вот, они в одном помещении, по 10 тонн. То есть он, я 2 тонны, а он 20 тонн за один час делает. 10 раз больше. Ну и стоит, наверное... Ну, 5 миллионов, наверное, 6, это удовольствие. А у тебя сколько обошлось? Ну, с миллион где-то. Почти, да? А во что обошлась постройка вот этого сооружения? Вот, вот вместе с сушилкой. А, вместе с сушилкой. Ну помоги, Господи, ну мою это идею, это насчет того, что многодели ездил, и нам по Марейку перевез. Ну надо попробовать, но у меня большого желания нету на ней. Ну ты не для себя, для нас делай. Мы остаемся без всего. Тыкву все это раздаем, у нас и варенье всего полно. Ну я вам на своей вывезу понемножку. Ну тебе некуда ставить. Ну я полупустой прошу. Ну тогда, ладно, Игнатий, ну давай, надо... Богом. Никогда ничего, Игорь, не таит. Вот зачем он мне по душе. Наших начнешь спрашивать, выламывается. Живет муж с женой, и она не знает, сколько у него пенсия. Ну какая же тут тайна-то? У него все открыто, вот оно так. Его обманывают как угодно. Но такой открытый, всем друг. И дети такие же. Это вот куча потрудился, тут летали. Да. Чтобы наша газель была у него, и чтобы он ездил на ней. А с газелью мы тогда много можем переслать в Барнаул на зиму. Он, видишь, говорит, могу на своей брать. Ну ладно.